Но начинаем мы с другого сообщения. Этого 5-летнего мальчика в Черемухове сейчас ищут больше 100 человек, полицейские и волонтеры. Ребенок накануне вечером ушел из дома и не вернулся. Уже опрошены друзья и знакомые семьи. По городу расклеены ориентировки. Но пока местонахождение мальчика неизвестно. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка. И это не единственное происшествие с детьми, которое омрачило сегодняшний день. В Братске пострадала 3-месячная малышка. В машину, где она находилась, врезался другой автомобиль. Он выехал на встречную полосу. Девочку перевозили не в специальном удерживающем устройстве, а на руках матери. По информации полицейских, предполагаемый виновник аварии, 34-летний местный житель, находился в нетрезвом состоянии. Был ли пьян другой водитель, который в Боханском районе сбил школьниц, неизвестно. После аварии он скрылся. Пострадавших девочек 14-15 лет с травмами и ушибами госпитализировали. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого и свидетелей происшествия.